Гонка начнется 11 февраля и будет проходить на двух площадках в Новожилово и на лыжной базе Стрижи в Усолье. Участникам предстоит пройти различные дистанции от 500 метров до 10 километров. Подробный список дистанций вы можете увидеть на экране. Лыжня России – это не только активный отдых, но и проверка выносливости. Поэтому успевайте зарегистрироваться до 8 февраля. Не забудьте взять с собой всю семью и положительный настрой.